Как не бояться военкомата, если ты не знаешь, что там будет? Очень просто. Никого просто так в армию призвать не могут. Без решения оттуда. Вы же понимаете прекрасно. То есть, если вас призовет не военкомат, а Господь Бог. Спросите себя, зачем? Чему он вас хочет научить? Есть такие удары и повороты судьбы, которые очень тяжело воспринять. Я вас прекрасно понимаю. Но если он уже случится с вами, то помните, что без этого, без Бога ничего не могло произойти. Он что-то имеет в виду, чему-то хочет вас научить. А во-вторых, при всем страхе крупной войны, я вас прекрасно понимаю, призыв в военкомат и даже поход в армию отнюдь не означает смерть. Да, риски резко возрастают, даже это не означает смерть. Поэтому не надо умирать заранее живым еще. Попытайтесь прожить.